Андрей Андреевич, подскажите, как правильно использовать медную чашу? Заранее спасибо. Если медную чашу написать символ хрим, символ ом, символ аум, то это, естественно, добавляет. При символе хрим добавляет денег, при символе ом добавляет расслабленности такой, при символе шрим тоже денег, при символе хрим, хри может убирать еще, при символе айм может убирать, добавлять, вернее, ума, ну где-то так. Пустые чаши не нужно рядом с собой раскручивать, это не очень хорошо сказывается на нашем здоровье психическом, как правило. Подскажите, работают СНГ в записи? Да. Ученица 4 обновленная, все работает, спасибо за знание, только в личном все сработает, наоборот, стараюсь накапливать энергию, делаю практики. Есть мужчина, отношения сложные, разводе, очень хочу создать семью, стоит ли продолжать практики, бороться за отношения? Стоит продолжать, Юлия Баженова, вы молодая, красивая женщина, у вас будет очень хороший мужчина, будет ездить на дорогом автомобиле, будет вас везде катать, возить, такой темненький будет почему-то. Будет очень вас любить.